Итак, кто же у нас вернулся с номинации? Это Егор! Вот это зря только морочился, собирал. А я тебе говорила. Что ты? Довольна? Да, конечно, я довольна, что Денис, этот чмошник, улетучился, а ты нормальный перец остался. Я же говорю, ты нормальный перец остался. Битва полов продолжается. А я просто типа а-ля судья. Оле! Ну или болельщик. Оле! Оле! Яна, а ты точно лесбиянка? Нет, у нее встал. Только никому не говори. Нет, у нее встал. Хорошо, я никому не скажу. А у меня брат спокойно вот так мои руки брал. Сними, пожалуйста, вот этот вот план и немножко меня. Чтобы, знаешь, чтобы... Там, ты можешь к ним подсесть поближе, чтобы ты тоже была в кадре? Да, чтобы дать понять, что еще чуть-чуть мне Егор зарядит ногой по башке. Будет очень круто. У меня еще один начес будет на лбу, знаешь. Начес? На лбу. В виде шишки. Итак, дубль 2. Топ-модель по-украински, версия без купюр. С вами я, Яша Крутова. Это была очень сложная неделя, реально, для меня и физически, и морально. Первое испытание было просто жесть, оно было посвящено убийствам животных. Ой-ой-ой! Что за дичь? А что для этого за дичь? Да. Пошла вперед! Не пошла, в смысле? Я здесь Лёгой задела. Что? Что это произошло? Тихо. Почему у нас во дворе? Почему лошадь у нас во дворе? Дядя лошадка. Я здесь. Цыганика я забыла. Это мой серьезно. Сережа. Что в автобус? Можно зайти? Ой. Она настоящая или картонная? Ты лошадь видела у нас? Дениса выгнали травму. Я говорю, это мы едем на кладбище домашних. Она картон? Ой, здравствуйте. Какой стрёмный, это же. Стрёмно. И молчит все время. Симпатичный. То есть покинули. Лучше не поворачивайся спиной к Максу. Так, мне это уже нравится. Куда мы едем? За поручни держаться, за поручни. Передавайте за проезд. Какой трэш, я так люблю, когда меня везут туда, куда я не знаю. Какая прическа красивая. Поворот не туда, чисто. Да, да. Смотри на меня. Не надо, не смейте, не сидите. Кому? Вот это резинка. Софи, поцелуй его в носик. Да, да, это не буду. Засунь язык на сплю. Нет, это ар. Да, нормально. Да, прояви любовь. Да, давай. Ради кожи в основном, но и не только. Это то, что меня действительно трогает. Я не использую кожаные вещи, кожаную обувь не ношу, никакие меховые натуральные изделия. Я считаю, что это неправильно, это варварство. И уже давным-давно прошли те времена, когда нужно было убивать животных и сдирать с них шкуры для того, чтобы одеться. Место событий. Топ-модель по-украински, без купюр. И вот это наше сегодняшнее испытание. Снимаешь? Да. А-а-а! Пипец, просто. Просто сбежали, как будто из клиники. Из клиники. Так мы сбежали из клиники. Егор, как дела? Скажи голову. Лысый теперь. Что? Лысый теперь, говорю. Я думаю, никто не хотел бы, чтобы его любимого использовали как шкуру. Также и у многих животных этих есть семьи. Они чувствуют, они любят, им больно, им страшно. Yeah.
Догоняй, догоняй. Выскочила, блядь. Это топ-модель по-украински. Второе испытание с бабулями, дедулями было просто восхитительное. Я реально рада, что нам дали такую возможность пообщаться с ними. Они очень веселые, очень классные. Ну и даже несмотря на то, что им уже под 40 лет, это круто. В течение всего испытания я вспоминала своих бабушку и дедушку. Конечно же, у меня вот есть тут дедушка. Вы можете его увидеть. Вот. Поэтому цените своих близких, цените старшее поколение. Четыре. Три, четыре. Топ-модель по-украински! Голова закружилась. Топ-модель по-украински без купюр. Приехали на задание. Вот тут есть озеро. Реально неделя была очень крутая. Нам дали возможность проявить себя, ну, максимально по-разному. И это было очень интересно. Когда у нас было дефиле на подиуме, связанное с мусором, это было настолько красиво. На самом деле я никогда в жизни не думала, что из каких-то использованных уже материалов, из сетки, какой-то пленки непонятной, можно сделать настолько крутые штуки. И короны из вилок, это просто, ну, улет на самом деле. Это люди, у которых золотые руки, которые росли с правильных мест. Мне, как человеку, у которого вот так вот руки просто мама слепи мне снежку, ну, вообще не понять такого. И у меня это вызывает просто восторг дичайший. Это нереально круто, нереально красиво. А тот момент, когда ты позвал друзей посмотреть телевизор, и вы начали драться подушками. Та-та-та-та-та-та. Все, вставай, будем ремонтировать. Нет. Как вы знаете, от последнего задания я отказалась. Страшно. Я отказалась не потому, что испугалась. Я отказалась для того, чтобы показать вам, дорогие зрители, что иногда риск может быть не совсем оправдан. Ну, понятное дело, что на испытании у нас были страховки, у нас были каски, но порой люди забывают о безопасности ради своих каких-то мечт, ради интересного контента, и это неправильно. Тем, что я отказалась, я именно это и хотела показать, что вы можете отказаться от риска, обезопасить свою жизнь и проявить себя другим образом, как это сделала я. Топ-модель по-украински без купюр, версия 2.0, эпизод шашлыки, и
И мы начинаем. Пошли лучше на мужицкий мангал. Посади тебя на мангал. Нет. Нет, 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 нет. Пыче? Срака. Горячо. Срака, пыче. Ого. Катя, а ну улыбнись. Доброе утро. Утро перед выгоном. Сегодня, наверное, покину эту комнату, покину вас. Но, я думаю, мы скоро встретимся. Я уверена, что у меня все получится. Конечно, немножечко страшно, но не бойтесь, только труп. Правильно?